Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Черепашки Ниндзя Легенды. Ну что, турнир закончился, забираем свой приз. Лига мастеров 3 звезды, друзья мои, как я и обещал. Так, сюрикены, донателло видение. Так, золотые осколки и платиновые, да? Платиновые осколочки собственной персоны. Так, кто-то говорил, какие-то проблемы. Да, друзья мои, действительно есть проблемы. Мы это прекрасно видим, что турнирная арена недоступна. Испытания тоже недоступны. Хм. Так, ладно. А что же нам тогда прикажете делать, а, друзья? Опа-на! Ты прикинь? Что-то я и забыл, что у нас платиновых осколков уже достаточно. Прикинь? Я даже не знаю, кого, ребят. Я растерялся. Если честно, я прям вот стою и не знаю, кого прокачивать в платиновый ранг, а? Блин. Ну, соответственно, конечно же, хотелось бы, кто имеет массовые атаки. У нас много персонажей здесь, имеющих массовую атаку, но... Например, Эйприл Кунаичи имеет неплохую массовую атаку. Также у нас есть Шреддер, тоже есть неплохая массовая атака. Пиццелиций. Рафаэль, может быть, Рафаэль ролевого, а? Апнуть. Мутагеноида можно, кстати, апнуть. Кто-то голосовал за змею Карай. Но мне кажется, что все-таки лучше Рафаэля, ребят. Давай. Па-бэмс, та-да-да-дам, та-дам. Да, друзья мои, Рафаэль собственной персоной получил у нас 57 уровень, плюс переведен в платиновый ранг. Имеет массовые атаки, об этом тоже не стоит забывать. Так, ну что, открываем здесь колоду. Тан-тан-тан-тан-тан. Так, 5 долларов. Это все закрываем. Это забираем. Ну что, пройти серию испытаний. Побежали. Сейчас мы быстренько Шеминтом пробежимся. Подожди, подожди секунду. Давай-ка мы, наверное, вот это уберем, а вот это вот поставим. Тут бы не сдуться ненароком, если честно. Ведь можно и сфейлиться, как ты знаешь. Но будем надеяться, что зэк... Блин, я взял майки, а у майки... Ауч. Не дай боже, сейчас что-нибудь сделает плохое, а? Давай, наверное, ракетами все-таки звякнем по нему. Так, Лео, ну ты серьезно? У них, ребята, у всех откаты, ну ты представляешь? У всех взял тоже на свою голову хилов. О, Майки выручает нас. Пятерочка выручает. Но теперь можно бомбануть. Ну? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ну здесь, наверное, все-таки уберем Шархана в первую очередь. Так, истощение какое-то. Не, парень, это тебе не поможет. Падай. И давай-ка, наверное... Давай маузером добьем, фиг с ним. Думал тут по одному их поуничтожать, но массовая атака, тогда уж бомбанем. Ну что, ребята, отлично все получилось. Забираем. Так, ну и дальше у нас что? Сразиться в боях. Блин, а что ж такое происходит, а, друзья мои? Я, конечно, сейчас поиграю и сделаю перезаход в игру. Но если я уже не зайду в игру, то знайте, что ничего не обновилось. И нам придется ждать... Когда исправят. Так, что нам надо искать? Нам нужно искать с тобой на нашего слэша. Так. 4 ящика с инструментами. Всего лишь 4 каких-то несчастных ящика. Но уже осталось... Ай-яй-яй-яй, не то. Осталось 3. Осталось 2 ящика. И последний. Я говорю, последний ящик мне дадите? Вот он, последний, друзья мои. Ну что, можно прокачивать ему до 4-й ступени.
Отлично, улучшена способность у нас — пушечное ядро. Поехали дальше. Так, а нам нужны вот эти вот катушки с пленкой. Их нужно очень много, но вряд ли я, конечно, сейчас буду это все выбивать. Да, не особо-то хорошо у нас идут. Зато кукла Дарума только в путь, ребят, летит. Вот. Заодно, кстати, ребята, сейчас и посмотрим. Так, друзья, перезашел в игру и смотрим. Нет, нет, турнирная арена недоступна, испытания недоступны. Ну что ж, продолжаем тогда делать мелочи. Сразиться в боях, так, в 10 боях, ага. Подожди, подожди, подожди. В 10 боях. Так, где у меня слэш? Навыки. Понял. Я понял, где, ребята, был обрыв. Прокачиваем. Угу. Так, значит, 9 катушек с пленкой нам надо. Одна катушка. Вторая. Третья. Третья. Ну, третья, говорю. Ты посмотри, а. Да хорош, вас что, переклинило, что ли, там? Четвертая. Угу. Пятая. Пятая. Шестая. Ну, похоже, все, да, ребят? Ладно, седьмая, восьмая, девятая там надо. Восьмая и последнюю тогда. Все, ребят, с катушками мы разобрались. То есть нам еще надо будет просто-напросто 12 вот этих вот автомобильных номеров. Но это уже будет, естественно, в следующей серии. А пока мы можем прокачать нашего слэша. Да, можем прокачать нашего слэша на 82 уровень. Опа, красавчик. Красавчик. Так, что же мы делать-то будем? Друзья мои, короче, этот видосик выйдет сейчас сразу же, по ходу дела, потому что он будет у нас очень коротенький. Но ты напиши мне в комментариях, как только поправят в игру, чтобы я сразу мог зайти и продолжить играть. Окей? Окей. Так, приключение, смятение из другого измерения. Может, поиграть в нее? А, у нас с пиццей проблемы. С пиццей — это беда, друзья мои. Или же я, наверное, знаешь, как сделаю проще. Пока ничего не буду делать, дождусь, когда все это починится. Буду заходить через каждый час в игру и смотреть. И как только это починится, сделаем с тобой турнирную арену и уже выложу видосик. Да, давай, наверное, сделаем так все-таки. Ну что, ребята, а пока на неопределенный перерыв. Так, друзья мои, ну что, давайте проверим, что у нас тут происходит. А, все починили. Как ты видишь, у нас турнирная аренка и испытание все исправилось. Да, ребята, буст в полвосьмого вечера — это, конечно, жесть. А куда деваться? Куда деваться? С таким больным горлом, как у меня, мне только и играть сейчас. Без эмоций, ребята, без эмоций, потому что на самом деле я не знаю просто, что происходит. Ай. Каждое слово из себя просто выдавливать приходится, понимаешь? Через силу, через боль. А куда деваться? Кому сейчас легко, да? Ладно, ребята, возможно, я буду поменьше болтать, побольше делать. Я надеюсь, вы меня поймете, простите. Вот. Просто в тишине. Просто хочется побыть маленечко в тишине, ребят. Нет, вру. Кого я обманываю, ребят? Какой побыть в тишине? Я бы с удовольствием бы горлопанил бы, но... больно. Больно мне, больно. Вот на песню у меня хватает сил, а валяться в этой чашке — нет, не хватает. Эх, ладно. Я прям как этот выгляжу, да? Друзья, как это звать-то? Ай, как морозильное окошко. Залез в пиалу и сижу себе, посиживаю. Ну да ладно. Я надеюсь, это вам не мешает нисколечко, да? Мой внешний такой вид. Так, ну что, ребята, отыграем сегодня чисто аренку и все. Больше я ни на что не способен. Мне еще хотелось бы, конечно, зайти в Драконы Всадники Олуха, посмотреть, что там у нас происходит. Понимаешь, да, о чем я? Сегодня надо, во-первых, допройти события, ребят. Допройти его. Оно уже там заждалось нас. Так, ну что, Пит. Роднулька ты мой. Давай-ка. Хлоп-хлоп-хлоп.
Надо тебе было муху эту не бомбить, а надо было ее съесть. Потому что, ну, насколько я знаю, птички питаются насекомыми. Верно? Верно. Он мог спокойненько съесть, да и все бы. Жалко, здесь нет, ребята, аватарки черепашки-ниндзя. Вот это было бы прикольно, да? Я бы взял бы аватарочку такую вот. Блин, это было бы вообще в тему. Почему они не додумались вставить аватарки черепашек-ниндзя? Хм. Они всего, ребята, есть. Даже не поверишь, унитаза и туалетной бумаги есть аватарки. Но черепашки-ниндзя нету. Есть оборотня, есть пингвина, кошки, бобра, ты извини меня, тыквы, хомяка и акулы даже есть. Даже с персоны, ребята, персонажи есть все практически. А черепашки-ниндзя нету. Даже есть вирус. Да, аватарка вируса, ребята, есть. Как ни странно. Есть, кстати, есть аватарка дракона. Вот я хотел как раз эту аватарочку взять для дракона всадники Олуха. Да-да-да. А для черепашки я ничего другого не нашел. Вот как взять маленького песика, похожего на мороженое в пиалке. А мне нравится. Такой няшка, няшка. Няшный. Няшный с таким голосом хриплым. Вот тебе. А это потому, что мороженое меньше будешь есть. Слушай, а может быть, у меня голос сел из-за того, что я сегодня попил холодного... Не, это бред. Это бред. Попил холодной водички, у тебя голос сел. Хотя... А почему бы? Может быть такое, ребят? Ну, во-первых, водичка не особо сильно холодная была. Комнатной температурки. Просто я после горячего чая выпил ее. А почему выпил? Потому что я объелся рыбы соленой. Все в кучу, короче, все в кучу, ребята. Купил сегодня салатиков такой, салатиков, курочки взял. Макарошки, все это лежит, но ничего-ничего. Завтра на работу все это заберу. Так-с. Ну-ка. Давай-ка. Вставай, выходи. Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз. Погоди, вот накрывает меня медным тазом. Просто, ребят, накрывает медным тазом. Делать-то больше нечего, да? Хе. Песню он тут распелся. Горло болит, а песня распелся. Молодец, Рэй. Ай, супостат ты несчастный. Так-с. А что я хотел? 13.15 у нас здесь идет. 13.15. Раз, два, три, четыре, пять. Пять бойцов уже, как ты видишь. Пять бойцов, ребятушки. Так, ну и поехали. Щух. Да ладно ты, я думал, что всех подобьешь. А он даже не подумал об этом. Ну и прекрасно. Это просто, друзья мои, было четенько сделано. Да ладно, ты хочешь сказать, что... Это что, такой изголодавшийся народ там, что ли? Я не могу понять. Так сиганул, что я даже не могу перейти в лиги элиты с одной боевки. Эй, ребят, это просто... Просто нет слов, одни эмоции. Да. Злиться и злиться и не призлиться. Тыщ. Слабо ты звезданул. Давай, кунаичка. Ты, кстати, видел глаза у Кунаичи, а? Нет? Ты посмотри в ее глаза. У нее глаза, ребята, переливаются электрическим разрядом. С ней шутки-то плохи, на самом деле. Так, ну что же, мы с тобой только сейчас перешли в самурая, ребят. Сколько нам пришлось сделать боев, и только сейчас мы перешли в эти долбанные самураи. Да... У меня просто, ребята, нет слов. Ну, а фиг ли делать? Возмущайся, не возмущайся. Играть-то надо. Так, ну давай. Начнем с массовой атаки. Майки Космос. А на что он рассчитывал, когда он пинал кормежку Криса Брэдфорда? Думал, что она сама разлетится, что ли, в пух и прах? Пнул он ее.
Такой наивный. Так, ну-ка, сосисочник. Нормально. Не, ребята, можно было бы, конечно, сегодня и Пиццелицева прокачать. Можно было бы. У него, кстати, у Пиццелицева, если честно, две массовые атаки. Я только сейчас вспомнил об этом. Он бросает плюху. И он бросает... Так, и он бросает в разные стороны, да? Ну, типа, не знаю, отрыжка, не отрыжка, какие-то сопли, короче, раскидывает он. А у Майки у нас только, точнее, у Рафаэля у нас только одна массовая атака, это бросание черепков. Вот тут я, конечно, не прав был. Я был не прав, потому что, ну, потому что не так мы сделали. Надо было, я говорю, будем качать у кого массовая атака. Да, массовая атака. Но надо было прокачать у кого их больше массовых атак. Логично? Ну, мой косяк, ребят, мой косяк. Что я могу с этим сделать? Мне с этим жить, мне с этим играть. Но зато у Рафаэля хорошая инициатива. Да-да, очень хорошая инициатива. Так, ну что у нас тут, 14-17, может быть, дадите мне все-таки 14-18, а? Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, ну, дайте мне 14-18. Вот, спасибо. Раз, два, три. Кстати, новоиспеченный Раф. Вот, 57-й уровень у него. Стоит, довольно ждет. Давай, Рафаэль. Инициатива твоя. Оп. Ну, Шинигами, что? Она ничего не сделала. Такс. Ну, поехали, поехали. Собирай, собирай все эти. Тыдыщ. И пробивной. У Мотогеноида тоже, ребята, есть одна массовая атака. Это удар по земле. Называется ладушки. Да что ты будешь делать, а? Называется ладушки, когда он бьет по земле и наказывает врагов. Раз, два, три, четыре, пять. Так, мы уже... Чего? Мы уже до 70-х уровней дошли? Серьезно? А он еще до сих пор на 45-х. Что-то, ребят, не то с игрой. Что-то с игрой не то. Мне нравится, как Пит падает, ты заметил? И вот такое ощущение, как будто его током парализовал. Он падает потом. Что-то у меня фонарь упал. А? Скажи-ка мне на милость, почему у меня упал фонарь? Блин, его надо как-то развернуть, что ли? Вот так, вот туда. Да, пускай он светит в другую сторону. Так, 14-18. Валера. Букву пропустил, Валера. Букву пропустил. Валерди. Ты даже не скажешь так, просто после R сразу и краткую поставь-ка. Валер. Фиг скажешь так. Ну, мы-то знаем, что это Валера. Ты дичь. Смачно, смачно, ребята. Так, ну что же, а мы переходим на очередной поединочек. Я что, сегодня даже до Сёгунов? Нет, до Сёгунов я дойду. Но только лишь до Сёгунов. А мастерами даже пахнуть не будет. Даже мастер две звезды не попробуем, мне кажется. Хотя... А вдруг получится? В общем, ребят, не знаю. Но попытаться надо. Так, чик, нормалек. Он, ребят, когда бросает вот это вот, делает рукой, ты видел? Ты замечал, что вообще происходит? Там вылезает огромная крыса и кусает противника. Если кто не видел, просто надо посмотреть вот, и все будет на замедленном даже вот так вот. На очень супер замедленном, чтобы видно было крысу эту. Ну, давай возьмем, наверное, вот эту команду. Раз, два, три. Тут уже, в принципе, все. Тут уже шапочный разбор пошел. Да? Тут пошел шапочный разбор. Я надеюсь, в ближайшее время я успею все-таки нафармить ДНК на наших... кроликов. А все зависит от того, сколько мы будем получать с тобой
жетонов каждую неделю. Если нам будут выпадать по 800, каждая неделя по 3 ДНК, то нам понадобится 2 недели. Или 3 даже. Короче, за месяц управимся. Да, за месяц мы управимся. Фух. Ну что же, пока у нас... Слушай, ты заметил, мы как-то очень быстро с тобой пролетели эту лигу. Этот, вот эту вот арену. Просто на одном дыхании. Я даже, ребята, я, честно говоря, не особо понял. Вот тут пока рассусоливал, размусоливал. Смотрю, у нас уже и персонажа-то не осталось. У нас уже все. Разбор полетов завершен. Никого, некого нам брать и... Круто. Да неужели? Неужели, друзья, Сёгун, две звездочки. Аллилуйя просто. Теперь нам раду... Теперь мы уже радуемся тому, что мы переходим с тобой в Лигу Сёгунов, две звезды. Да где же это видано? Это, друзья мои, я раньше горевал, что не в мастер не попадаю. В одну звезду. А теперь я радуюсь, что я попал в мастер. То есть в Сёгуны две звезды. Зашибись, куда мы катимся, а? Вот скажи, куда мы летим с тобой? Я не понимаю. Здоровски просто. Даже не в Сёгун три звезды. Да. Это, конечно, что-то с чем-то. Это, ребята, что-то с чем-то. И как это есть, и с чем это готовить, я даже не знаю. Но это факт неоспоримый. И знаете, ребята, что самое плохое? В самое начало, когда игры я снимал, помните, да? Где мы с тобой... А, ну как вы можете помнить-то? В общем, короче, ребята, у меня записалось в формате МКВ, ты представляешь? А этот формат не поддерживает Sony Vegas, и я не могу рендерить. Я попробую сейчас через определенную программу поменять, как бы тебе сказать, формат. И если... получится, то запишу. Потому что там у меня не только, извини меня, черепашки прогорает. Там у меня прогорает и ХКР-ка первая часть. Тест новой машины и новой трассы. Не хотелось бы. О, да, ребятушки. Вот это я понимаю. Вот это шикарно. Черепашья буря. Самая любимая моя. Так, ну что, нам... А в принципе фармить смысл? Ну почему нету, ребят? Есть... Сейчас мы что-нибудь такое с тобой найдем попроще. Так, камень, талик плюс радар здесь разыгрывается, а тут камень, талик и кольцо крутости. Ну давай уж так и быть. Здесь пофармим. Ну ты понимаешь, да, о чем я говорю? Фармить будем с тобой жетоны. Вот, пока черепашки там... Пока мы дойдем до черепашьей бури. Это будет только в пятницу. Нам нужно с тобой фармить жетоны. Да, по 15 жетончиков, ребят, ну, мало, как говорится, но зато уверенно. Понимаешь? 15, 15, 15, глядишь, уже соточка накапала. Еще денек, 2 соточки, 3 соточки. Глядишь, к концу недельки, опа, 800 жетончиков-то уже есть. А 800 жетончиков, это что? Это 3 ДНК, да-да, на наших кроликов. Ну что, давай потихонечку фармить. Да, конечно, плохо, что тратится у нас очень много откатов. Но по-другому никак. По-другому просто никак не получится. Так, ну все, остальное на жетоны. Не так, конечно, много получаем. Всего лишь-то 50 штук, да, получается где-то. Но, тем не менее, так вот потихонечку, не спеша, будем с тобой фармить. Так, Мандагека нам выпадает здесь. Задания мы все выполнили? Все абсолютно. Так, и хотелось мне глянуть. Так, где у меня слэш? Вот он. Во. Вот что я хотел сделать. Да, ребята, 83 уровень я поднял слэшу, и я очень этому рад. Ну, а с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.